Всем привет! Добро пожаловать на канал Понлайн. И сегодня будет видео из рубрики «Хочу стать девушкой». Давно я такие видео не снимала, но с удовольствием сегодня это исправлю. Я буду делать то, что не делала уже, наверное, года два. Я буду красить волосы в салоне. И это будет не просто окрашивание в один тон, а это будет что-то типа вот такого. Ну, по крайней мере, я покажу вот эти вот несколько картинок, и потом посмотрим, что из этого получится, потому что обычно потом мастер рассказывает конкретно, что с твоими волосами, можно ли такое сделать и нужно ли вообще такое делать. И помимо этого, у меня уже подошло время менять маникюр, уже начал отваливаться гель-лак. Тут уже прошло больше месяца, как вы видите, ногти отросли. Я отправляюсь в салон, который называется Green Apple. Ехать мне, правда, на другой конец Москвы, но ничего, ради такого я на другой конец Москвы съезжу, ради хорошего мастера и ради классного окрашивания волос. Беру вас сегодня с собой и поснимаю весь процесс, и увидим с вами, что будет до, точнее, вы видите, что до. У меня тут и седина, и чего только нету, ну сейчас в салоне еще, думаю, поснимаем до, и что будет после, как на голове, так и на ногтях. Все, поехали. Я приехала, и знаете, что выяснилось? Что мы на среду договаривались, оказывается, а я сейчас приехала в понедельник, и я здесь стою уже 30 минут, я приехала раньше на час, и, в общем, только сейчас, из-за того, что я выложила сториз, мне эта девушка написала, что, типа, мы вообще-то на среду договаривались, ты куда-то в другое место едешь, я такая, блин, вот просто, где мой мозг, скажите мне, где? В общем, увидимся с вами в другой день, в среду, я надеюсь, что я сюда доеду. И мы с вами оказались в среде. Я приехала, время 9:30. Самое главное, что за эти дни мне удалось не сломать свои ногти. Потому что обычно всегда за один день, за два дня, за полчаса до того, как мне надо делать маникюр, кстати, вот сейчас полчаса осталось, надо вообще аккуратно ходить, я обязательно сломаю какой-нибудь ноготь, и мне придется либо ходить с одним коротким ногтем, чтобы все остальные были одного размера, либо все пилить под короткие. Надеюсь, что вам это видео будет интересно, и мы наконец-то начинаем. Ну вот и салон. Называется он Green Apple, зеленое яблоко. Добраться легко, если по навигатору ехать, то вообще доводит прямо до дверей. Здесь, по-моему, два входа, вот с внешней стороны и с внутренней. Сейчас попробую с этой стороны зайти. Привет! Скажи всем привет! Привет, привет! Заходи. Техника свободной руки еще называют. А цвет мы какой будем делать? Сначала мы пока что осветляем концы плавненько, а потом цвет уже будем вторым этапом. Будем потом подбирать, да? Да, будем подбирать цвет и делать вот в этих же оттенках, только корни темные, а концы светлые. А по времени это примерно сколько? Ну, часа два точно. Может быть, и два с половиной. Ага. Ну все, погнали. Так люблю, когда в салоне что-то делают. Потом волосы такие мягенькие, такие вот блестящие. Так, у нас промежуточный процесс. Мы сейчас что делаем? Мы сейчас ждем, пока осветлятся волосы. Да. Да? Сейчас будем с вами выбирать, какой мне сделать оттенок. Честно говоря, мы тут с Таней решили, что мне уже красиво. Так хорошо. Да. Я, в принципе, домой уже могу. Да. В общем, пока вот так это все выдаем. Мне, кстати, не так долго. Либо из-за того, что мы болтали. Да, время. Мы это быстро как-то это... Период первый прошел. Так, мы сейчас будем смывать. А сколько времени прошло? Минут 20? Мы следим за процессом осветления, а не за временем. Ага. Ну, то есть это индивидуально. У всех по-разному, да, не бывает такого. Ой, как удобно. Можно я здесь посплю? Это самая приятная часть обычно окрашивания, когда волосы смывают и так аккуратно руками так делают. Ой, как маленький массаж головы. Вообще класс. Второй этап. Ой, девочки, иногда надо себе так время, конечно, посвящать, потому что так приятно. Ты там
пообщаешься. Здесь такая атмосфера приятная. И все такие добрые. Я буду корни делать темнее и концы светлее. Но все равно все будет максимально плавно. Вот, это самое лучшее, чтобы не было как раньше. Знаете, у меня были милирования такие, когда вот так вот такая толстая полоска, и их 4 штучки. Здесь чаек с мелиссой, конфетка. Какая прелесть. И все салатовенькое, все зелененькое. Угу. Вата, наверное, она будет потом... Ага, вот так. Видно. Да, да. Все, получается, мы и корни сделали, и... Да, и длину растяжку сделали уже. Уже так не терпится посмотреть, что будет, особенно после, еще когда подстричь, высушить. В общем, вот. Будем сидеть ждать. Мы второй раз все смыли, и сейчас наступает момент X, когда это будут... Слушайте, волосы мне подстригут и будут сушить. Вообще обалдеть! Ну, смотрите, какую мне красоту сделали. Я сейчас вам фотографии ставлю до-после. А сейчас мы приступаем к ногтям. Кстати, очень удобные кресла. И вот такой большой-большой стол, что даже есть место положить телефон. Выбрали другой немножко цвет, потому что на моих ногтях, из-за того, что они короткие, то, что я вот изначально хотела делать, будет еще больше укорачивать ноготь. Немножко другой дизайн выбрали, и я решила сделать поярче, потому что у меня такие яркие волосы сегодня появились, так что надо что-нибудь поярче сделать. Вот такой вот красный яркий цвет, а дизайн уже в конце, увидите. И будет мягкий квадрат, потому что на полу, ну, на круглую форму еще ногти не выросли. Но я думаю, что со следующего раза уже вырастут, если я ничего не сломаю, как всегда. И время 2 часа. Я приехала, получается, в 10. И вот сейчас мы приступили к маникюру. Вот такая у нас получилась форма. И вот сейчас будем цвет выбирать. У нас уже завершающий этап, сейчас уже время без 10:04. На ходу придумали, что делать, и в результате получилось вот так. Но мне очень нравится, форма красивая, очень аккуратно. И цвет такой нейтральный. Ну, мне кажется, что подо все подойдет. В общем, спасибо огромное. Ну вот. Красотища. Вообще. Мы тут еще конфетками угостили, чаем угостили. Я уже успела половину фильма «Черная молния» посмотреть. Ну вот, я выхожу довольная, счастливая. Вы не представляете, какое у меня счастье просто, потому что мне очень нравится цвет волос и очень нравится маникюр. Он очень аккуратный и, мне кажется, стильный. Не знаю, мне нравится. Сейчас мы с мужем должны ехать отвозить котов на дачу, а после этого мне нужно придумать, куда пойти, чтобы выгулить свою новую классную укладку и такой офигенный цвет волос. Адрес салона я обязательно напишу внизу в инфобоксе. Как я и говорила, салон называется «Зеленое яблоко». Их инстаграм вот здесь. Заходите, подписывайтесь. Салон работает уже 12 лет или даже больше 12 лет. Это уже о чем-то говорит. Мне очень понравилась и атмосфера в нем, и то, как сделали, какой результат. Я, конечно, выбрала себе, что я хочу, но я не представляла, как это будет выглядеть на моих волосах. Мне кажется, мастер просто прочувствовала, как и что нужно сделать, и просто офигенно получилось. И то же самое с маникюром. Мне кажется, он будет держаться долго. Проверим сейчас, когда я поеду на море. Он пройдет супер проверку. Стойте, подождите. А как вы думаете, зачем я рассказала вам про этот салон, сняла видео, про то, как меня красили и так далее? Просто чтобы похвастаться, показать все. Ой, смотрите, какая красотка. Ну, для этого тоже, конечно. Но у меня еще есть подарок для вас. Промокод на скидку на услуги в этом салоне Green Apple. Так что обязательно забирайте его, называйте на ресепшене и получите помимо красивых волос, ногтей и всего остального, еще и скидку. Огромное вам спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, переходите внизу по ссылочкам в инстаграм салона красоты Green Apple. До новых моих видео. Всем пока!